этот мир начинается с первого шага. Путь в особый мир, который открывает для наших детей целую вселенную. Этот мир становится для них жизнью, смыслом, воздухом, который учит творить, любить и мечтать, верить в себя и в свои силы, ставить цели и добиваться их. Этот мир научит ценить тех, кто рядом. Иметь настоящих друзей и переживать вместе с ними самые яркие и незабываемые эмоции. Узнать, что такое успех, почувствовать крылья за спиной. Этот мир называется творчеством. Отчетном концерте коллективов Государственного учреждения образования «Слуцкий центр детского творчества». Наш детский центр, наш добрый товарищ и друг. Не знаю, но как о нем лучше сказать? Назвать его домом? Возможно, он друг. А может быть, чудом его называть? Проходят года, детский центр живет. И кажется, времени властно над ним. Играет, танцует, рисует, поет. Мы вместе. Мы рядом. Дерзаем, творим. Как все начинается? Просто, светло. Нелепо, немного по-детски, смешно. Встречаешься с ним, и на сердце легко. О первой любви не расскажешь всего. Это мой секрет. Нет. Эта девочка такая, прямо девочка такая, в общем, девочка такая. Ей уже 5 лет, я на ней женюсь. Сменяются дни, пролетают недели. Года за годами беспечно спешат. Вчерашние дети уже повзрослели. И новые мамы приводят. Им надо расти, познавать, развиваться. Открытия совершать, и дерзать, и творить. Мы всех приглашаем у нас заниматься. И новые звезды Слуцку дарить. Это мой дом. Все дети
медом ты каскай, с вами дай лаской, и домой дом. Ён покличе мяне, прилячу на крыле, песню спяю по весне. Васильковое небо, плечу руны на я.
Наступило долгожданное лето, и сегодня мы все вместе встречаем замечательный праздник – День защиты детей. А разве детей надо защищать? Конечно, ведь они маленькие, мало знают и мало умеют. Пусть счастливый детский смех в вашем доме не смолкает, ведь и дети навсегда счастье в воздухе витает. Радость дарит каждый миг, рай ведет им с ними рядом. Дети – это дар небес, в жизни главная награда. Поздравляем с детским днем, защищайте их, любите и за шалости детей очень строго не корите. Thank you.
земле. Добрый очень-очень, он умеет исполнять все мои мечты. Для него я навсегда маленькая дочка. Самый лучший мой герой, папа, это ты. Я написала на асфальте мелом: ты самый лучший на планете целой. Куда двигал мой путь земной, папа, будь со мной. Сердце бережно храни все мои секреты.
тем, кто на речных переправах шел словно камень ко дну, тем, кто на века безымянный канул в фашистском плену, тем, кто телом дорогу прокладывал вместо понтонных мостов, тем, кто ради свободы и дела правого жизнь отдать был готов, всем героям нашей страны, живым и павшим, известным и безымянным, тем, кто ушел в бессмертие, и тем, кто победил, посвящается. Прячется за мной, верните память.
протянем руки к тем, глаза, чьи слез полны, чьи дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за свою.